Знаешь? Да, снимаю. Вот, показываю. Стакан из яблока сейчас, всю минуту. Ой. Воды не особо много получается, пойду вилку возьму, так лучше будет. Ах, уже текли ноги. Сразу возьму большую вилку. Угу. Проще, да. Наверное, мне кажется, ложкой делать, а не вилкой. Вилка. Маленькой ложечкой, да. Маленькой? Да, да, вот маленькую ты взял, правильно взял. Удобнее будет ее раскрывать. Сейчас. А ты это в YouTube выложишь? Нет. Ну, правда, скорее. Ну, выложу, но там же никого никто не видит. Подписчиков нету. Только Люся будет смотреть, все. И ты, когда вырастешь, тоже это будешь пересматривать. Ну-ка, давай посмотрим глубину. Глубокая стала. А ты знаешь, что из кокосов пьют? Кокосовое молоко. Кокос пополам разделяют, и оттуда выпивают молоко. Поднимай, яблоко липкое. Мусорку выкини. Или на стол хотя бы положи. Пипец. Ладно, я сегодня полы мыла. Ну, лучше так больше не делай, слышишь? Особенно на людях. Всю жизнь так делаю. Особенно на людях. Люди скажут, фу, с пола ест. Ладно? Лучше мусорку выкидывай. Договорились? Особенно в школе нельзя так делать, там полы грязные. Да и дома так не надо. У нас кошка живет. Так, ну все, наливай сок. Нормальная дырка. Давай, мы смотрим, как ты наливаешь сок. Что случилось? И что там у тебя? Что там? Глотать больно? Давился чем-то, яблоком. Прошло. Ладно, давай, наливай. Все, хорош. Льется мимо. Давай, пей. Так, на стол, смотри, сейчас капли будут. Положи яблоко на стол. И теперь вытри вот это все, капли. Угу. Дай еще одну. Кого? Салфетку? Да. На. Тебе еще одну салфетку. Вот это наша кухня. Я хочу вон туда полки повесить. Оксана мне купила кронштейны такие. Хлебникова. Кронштейны такие небольшие. Вот завтра попрошу Пашу, пусть он мне полки начнет делать. Надо доску купить для полок. Что, еще хочешь глубже дырку сделать? Да. И вот на эти полки я хочу положить... Сейчас вот покажу. И вот на эти полки... Я хочу, чтобы на столе пусто было. Банка кофе встанет. Потом соль, сахар. Вот эти маленькие новые купить надо покрасивее. Заварку тоже. Вот это все будет на полках стоять. А стол будет чистый. Ну и в том плане, что ничего на столе стоять не будет. Будет аккуратно на полочках. Давно мечтала такие полки. Есть прямо продаются, но недорогие. Вот. Что ищешь? Ножик. Нет, блин, тебе... Так, на чем режешь? Ну-ка, где доска? Все, молодец. А то я еще доску купила стеклянную, вот. Чтобы они не резали мне, где попало. Так. Рума-тур. Пойдем Сережину комнату покажу. Дело в том, что у Сережи в комнате все время бардак. Все время. Постоянный. И что-то с ним делать? Дохлый номер. Сейчас вот у него постель заправлена. Обычно там горы вещей. А, здесь тоже ничего не лежит.
Сейчас, Кирилл. А, ну как же, вот одеяло в углу. Он, наверное, сидел в кресле, одеялом закутался, побежал гулять, одеяло как швырнул на пол. Так швырнул. Тяжело же было на кровать положить. И конфеты ест, этикетки складывает. Вот. Вечно посуду прихожу отсюда забираю. Компьютер гудит, не выключил. На полках у него... Что стакан? Тут машина такая красивая. А вот эти машинки он делал из бумаги и раскрашивал сам. Вот они из бумаги. Вот он их вырезал из бумаги, склеивал и раскрашивал. У него здесь семерка, какой-то Мерседес иностранный. Ну, прикольно. Мне понравилось, как он это сделал. Я его одобрила. Крем его для рук. Духи его. Он любит духариться, когда идет в школу или на улицу. Маленький уже духарится. А вот его шкаф. Сейчас посмотрим, чего у него тут. Пистолеты. Пистолеты с пульками. Тут же книги с тетрадками. Вот. Я искупалась в душе, мокрая голова. А здесь его вещи висят. Вещи его висят. Ну, в принципе, куртка. Ну, в принципе, когда он приходит с улицы, тут вообще трешак. Здесь все на батарее сохнет. Штаны, ботинки, кофты, куртки. Все прям этот. А здесь на подоконнике Василиса всегда лежит. Когда мы ее ищем, найти не можем, значит, она на подоконнике. У Сережи в комнате спит. Здесь у меня ваза с цветами. Ну, такая вот у Сережи комната. Не знаю, было ли это видео интересно или нет. Непонятно. Здесь у нас валенки стоят, пока зима. Наступит лето, осень, мы их уберем. Просто там разуваться холодно в сенях. Поэтому здесь... И кухня тут. Мама, я покажу стаканчик. Давай, я показываю стаканчик. Вот стакан. Видишь? Вот его так пойдем. Берем. Угу. Налили. Угу. Берем стаканчик. Пей. Ага. А вот здесь у меня буфет. Я первый месяц так им восхищалась. Так он мне нравился, этот буфет. А сейчас уже привыкла и не обращаю на него никакого внимания. Ну, мне уже как-то без... Ну, как-то спокойно вообще равнодушно к нему стало. А первый месяц или два я прям этот... Любовалась, ходила. Сейчас как-то пофигу стало. А вот Кирилловны подделки. Это Кирилл делал ангела Нюша Лайт. А это Кирилл делал сердечки на 14 февраля, да, Кирилл? А почему на 14? О, папа пришел, давай поставим. То есть он же не знает, что видео записывает. Привет, папа! Привет! Чипсы, 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 чипсы! Какую рептина, блядь? Че, нельзя кинуть? Она на тебя. Папа, папа, чипсы купил, купил! А чипсы маленькие пачки. Кирилл, блядь. Успокойся нахуй, я. Ну-ка, иди мои ботинки, а иди. Иди, ботинки. Нет. Он тебя боится. Конечно, он боится. А что, и собака чего? Братец пришел. Успокойся нахуй. Нет, ну ты доступно бухалку пью. А чипсы какие маленькие? Нигде не забой, что ты решил уйти. Там же такие мелкие чипсы. Мы же ему сказали огроменные. Ладно. Нам крабика с хайпом. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Да? Да? Танцы. Кирилл, иди папе принеси стул. Иди папе вот туда стул принеси. Пап, стул, да? Там была одна пачка, нахуй, и все. Других не было. Да? Стул вот сюда ему принеси. Пап, тебе стул нужен? Конечно, стул нужен. Давай, давай.
Давай, давай, неси. Кирилл, да принеси. А, ну сажай его на это. Все равно такой. О, чипсика. Сейчас поем чипсика. Берешь, не заметил. А он гуляет. Это с крабом? Давай себе откроем три пачки, будем пробовать. Рассказка! Ну, мы вкус разные же. Ну, сырные. И те давай. Вон у нас сколько чипс. Те давай тоже. Угу. А это сметана и зелень. Так. Ты свое яблоко допей, а то сейчас оно прольется. Ну, допей. Паш, идем, я тебе что-то расскажу. Сначала я расскажу. Нет, ты вообще молчать будешь, можешь договорить. Помнишь? А мы Серёгу оставим? М? А мы Серёгу оставим? Конечно. Мы не сажаем-то. Садись. Короче, мне Оксанка Хлебникова купила кронштейны. Ну. Такие железные. Ну. Ну их вот здесь вот полки ты мне сделаешь. Ну, ну, ты уже говорила. Завтра. Ну, ну. Привезу их. Сходи завтра, блядь. Ну, на работе я ее завтра увижу, привезу кронштейны. Ну, в 7 часов вечера ты привезешь. Ну, а на следующий день мы здесь съездим, сделаем, ну, ну, делаем, купим доску. Нахрена? А на чем мы их будем ставить? Есть у нас все в гараже, блядь. И доска? Тебе же поет любая доска. Пофигу. Да. Если я ее, блядь, шкуркой всю эту, блядь, да, обхуярю, блядь, под, да, старину. Делай, да. Сойдет тебе, да? Ну и все там нихуй. Мне головушку-то не компотирует. Она сильно широкая, блюзкая. Но без любую. А, у тебя разные размеры есть, да? И длинный, и узкий, да? Да? Да, да. Ну иди, неси, что принес. А я думал, уж приперли, блядь, разливайся. Мы себе взяли. Смотрите, ну а себе вы, блядь. Вы там все просто брали, блядь. Разные, беги. Конечно. Нет, работает. Ну, работает, папа, не иди. Ну и хорошо. Краб. Вот одну выпьешь. С чего начнем? Вот одну выпьешь. А две оставим. Мы с чего начнем? Я не буду, я с тобой посижу и буду пить. Вот это. В субботу ко мне девчонки придут. Мы с ним выпьем. Ладно, Паш? Тебе одной-то хватит. Вкусно чипсы, да? Перепрячь. Конечно, перепрячу. Учиться, да? 500, наверное, рублей 300. Ну вот, себе как раз нормально. Себе пистол. Нет, полбутылки встает. Мотор. Да, ему как раз хватит поспать лечь потом. Мотор. Запиши. Мотор написано? Мотор, как в рекламе. Не рычи. Да? Не рычи. Что, в субботу на баню затопишь, да, девчонки? Чего ты не помоемся? Да мойтесь нахуй, я че вам, блядь? Ну просто в эту субботу... Мы че, кому-то что-то, блядь? Не, просто в эту субботу ты в Хаванной не сможешь позвать Санька. Чего? Ну сидеть будем же здесь долго. Да сидите, блядь, ну не позову. Ну в следующую субботу позовешь. Успокойся нахрен, блядь. Че, ты не звонил соседу нашему? Нет, что-то сам не выходит. Ладно, нахуй. Тебя будет прививка, нахуй. Навсегда уеду от вас. Куда? Норильск, сторона здоровая. Норильск. Ты нам еще нужен. Я хочу третьего ребенка. Норильск, блядь, сторона деревенская. Ты слыхал, что сын сказал тебе? Золотые слова. Я хочу девочку. Ну, если мы не родим, то ты потом себе родишь с женой своей. Слушай, успокойся нахуй, недоебывай человека.
Что это за хрень, блядь? А вгрызки какие-то, блядь. Юрий, мы убираем с собой. О, блядь, нашел. Я не буду убирать, это мама кусила. Не свисти. Это ты чистил, ты не убирал с собой. Ну бросься, нахуй. Сейчас один будет убирать, а другой мыть. Кто как дотягивается. Угу. Я ни до чего не дотягиваюсь. Да и дорогуш дотягивает туалетного. Погода-то вообще там жижа такая. Находилось все провожать, если ботинки мокрые. Да, вот я зашел. Угу. Машины едут, останавливаются друг напротив друга. Чтобы одна прошла. Ну и вот. Выкидывает нахуй на другую сторону, блядь. Да, я вышла, машину прям виляет. Да. Вот в этих. Вон ушли, блядь. Вот ебаный. Вот, блин. Почистили бы, и можно было спокойно ездить, да, если бы ты почистил трактора? Вот он, белорус, почистил, да, и где почистил? Где? Какая улица? Назови. Главный вот этот центральный, 10 октября. Дорожная. Угу. А, дачная. А-а-а. Где начальник ГАИ живет. А-а-а. Вот там вылизанная, блядь. Да? Тут, блядь, по колено, блядь. Сейчас утром мороз ебет, все, пиздец, нахуй. Да. Газель, он едет, тормозит, газель, она легкая. Угу. Она останавливается, газель. Угу. Машина проезжает, газель начинает, тронуться не может, нахуй. Угу. Лед, нахуй, голый, блядь. Ну, я шла, застряла машина. Ну, пиздец, так блядь. Так я завтра на работу поеду. Да завтра расчистят нахуй, ты чё, блядь? Да, до 4 минут. Я говорю, самую вот нахуй машину не нужна, надо погрузчик покупать. Какой погрузчик? Снег. Жёлтый. И зачем? Блядь, вообще бизнес. Да? 1500. Час. Чё, правда? Минималка 3 часа, да. Ну это к зимой, или летом тоже? Лето можно на полях. А сколько он стоит? Ну, лям полтора можно найти хороший, блядь. А у тебя есть права на погрузчик? Нет. Ну, что-то он нам начинает. Они нахуй никому не нужны. А, может, без прав ездить? Да. Вот ты будешь начальник ГАИ. А, где не давать? Возле дома. А, чистить? Подчистил. У другого гаишника подчистил. Я вот ругал пацаном Алексеевке. Угу. Он говорит, я работал там на хозяина, блядь. А. Ну все там, ну 50-60 тысяч там в месяц. Да? Все, он я выкупил этот погрузчик, ага. Такой амкадор здоровый, блядь. И все. У него стоит услуги 1500 час, минималка 2 часа. Слушай, ну, 3000. Вот сейчас не поздно. Давай позвоним Данилу Саркису, еще спросим, что там, едешь ты с ним или нет. Сейчас не поздно, можно позвонить. Да, 10 час. 10 уже? Да. Он а что там? А если он бабку там? Тихо. Пока родителей нету, блядь. Детей, пока дети в Самаре. У него, наверное, там молодая. В Москве. Я вот и думаю, блядь. Что? Не выходило у меня по дням его. Не поняла, чего не выходило? Я подсчитывал, что он должен быть дома, а его все нету, блядь. Он дня на два задерживался постоянно. Да? Я думал, там, наверное, может, долбит молодуху. Может, он в дороге задерживается? Штанцов езды? А, штанцов. Чтобы в обшарке слезть. Ему не надо никуда проезжать. Mm-hmm. Поезд в Москву в обшарке останавливает. Ну, ей главное, деньги привозят ей. Старый. А мне нет. Да? Да. Со мной такой а не прокатит. А я же пару думал. Со мной номер такой не прокатит. Да ладно, свисти. Сделаем что-нибудь. Что ты сделаешь? На вторую смену останемся. Да не, я знаю, что ты верный. Мой маленький индеец. Тихо. Почему у тебя такое ухо красное, блядь? Да, смотри. Тебе кто у него влупил? А, знаешь, одно горит, а другое... Нет, ты смотри, вот это. Горит красным ухом. Что случилось? Не знаю, мам, но живот болит.
А, не ешь больше. Они плохо это... Да, да. Молока пизданешь, ничего не будет. Больше не надо, лучше не надо. Кушай сколько хочешь и пизди. Потом, если же вот будет болеть, я не виновата. У меня скучно. А когда ты ешь, тебе весело? Да жалко, у него бальзам молодой просто, у него прогресс растет. Ну, смотри, вены, блядь, он как в фильмах нахуй. Лице. Дай мне сок, а. Дай мне салфетку. Салфетку. Спасибо. А может оставишь Сереже? А он выпил свой. Кирилл, он свой выпил? Оксана, да, а я твой выпил. А он твой выпил, лайк мой. Ватрушку мою съел по дороге, да? Кто? А Сережа. А он что, с тобой ходил? Он мне навстречу попался, я говорю, ватрушку будешь? Да. Давай. Он две ватрушки схавал. Чему две? Ты ел ватрушку? Нет. Одну я, одну ты, Кирилл, ел? И он. Сережа пошел, мне попался навстречу. Ты четыре съел? А, четыре вообще купил? Нет, да. Да. Ну, он одну съел, потом еще дома две съел. Ты чё? Ты чё? Это честно. А вот вы сейчас сидите и жрете нахуй без него. Это честно? Мы все не сидим. Мы не про это говорим вообще. Мы не про это говорим. Вы оставите? Да. Пакеты? Нет. Нет. Мы все не сидим. Да? Я знаю вас нахуй. Обычный стол оставим с крошками. Да конечно, только так. Да нет, оставим. Нет. Я знаю вас нахуй. Успокойтесь. Тем более мать, блядь. Да? Ну когда ты делаешь это? Блядь, что за хрень? Ну они кто-то. Как будто, да. Красного звонил. Да я с ним и был. Чё ты с ним? С ним ходил, да. А где ты его встретил? Он там гуляет, поедет. Да, он гуляет, ходит, да. У меня кольцо есть. Чтоб башню не сорвало. Да, он гуляет каждый вечер. Ну что, он держится? Хочется ему бухать, не спросить? Да, хочется. Хочется? Бедный человек. Мы же вообще, блядь, надолбили там, накурили, блядь. Где? У него? В гараже. А он с вами был в гараже? Да, он звал. Он говорит, пацаны, говорит, это, возьмите меня. Так он же не пьет. Мы пили, он это, говорит, некуда подраться, блядь, нету. Не с кем общаться. Да, не с кем, блядь, нету, друзей нету, блядь. И вы бухали, а он просто с вами стоял? Да, мы его закурили, он с Егором, ну... Красавца Айма. Да. А он говорит, нет, говорит, вот чокнусь, он говорит, чокнусь нахуй. Ну нет никого. Это мое. Все друзья, которые надо у него. Алкаши. Все алкоголики, блядь. Надо пить. Бери, я там тыквенный попью. Вообще это нечестно, это мой сок. Что ты мне его сбираешь? Кирилл, успокойся. Я все трубочки припутал. Вот это что за хрень, блядь? Это яблоко Кирилл сделал, дырка. А нахера? Это... Стакан. Оно что, железом все покроется, блядь. Это стакан. Стакан, блядь. Потом никто нихуя есть не будет, блядь. Вот тебе, Вовку, жалко? Чисто по-человечески. Я ему говорю, найди бабу. Мы идем мимо Ленки, он, блядь, глаз не отводит. Я говорю, что, где там эта тёщка, блядь, что-то не видать света у них. Ну, все здесь как живут. Угу. Ты что, снимаешь нас? Нет, тут просто я просто... Нет. Ты что, говори? Ну и что? Конечно, охота кому-нибудь там вдуть-то, блядь. А что ему мешает бабуся найти? Нету. Да ладно, вот это... Вот что... ты ему подогнала, а? Кого? Вот эту пиздятину. Какую? Он про Софинскую. Вот пятницу, блядь. Да, и что? Прачку ей там. И он что про нее думает? Я ему не подглядываю. Я говорю, я раньше знал, я говорю, я знал, но она была там, блядь, там, маленькая. Пиздюшкой, да, блядь. Я ее родители признаю, нахуй. А у нее родители какие, алкаши, что ли? Слушай, это село.
Там и не скажешь, алкаши, не алкаши, блядь. Все одинаковые. Все одинаковые, село, блядь, там. И тебе голове зарежут, нахуй. Или бластерем, да, не тёртёву. Он пошел, он ей газ спарил. Да-да-да, и вот опять про неё, блядь. Я ему это подогнал, блядь, она, сука, замужем. Какую ты подогнал ему? Ну, вот Сорокина, блядь, работает. Я ее знаю. На дачной продавщице работает, блядь. А как ты ему мог ее подогнать, если она замужем? Отец у нее Сорокин, без морды, блядь, без носа отстрельный, блядь. Да-да-да-да. Я-то ее знаю, девку-то, блядь. Я говорю, вот, а я не знал, что она замужем, блядь. А она с этим встречалась. Помнишь, когда тебя грешники тормознули? Меня привез этот Олег, вот этот, другой взгляд. И этот, Саня, это, как его зовут, Леха. Ну. Вот она с этим Олегом встречалась, когда в общаге жила. Ага. А видишь, он замужем, не... Это вообще гомосек, нахуй. Какой, Олег вот этот? Да. Почему гомосек? Я так думаю, блядь. А разве у него жены нету? Нет, он вообще никого. Он с ней встречался? Не знаю, с кем он встречался, а у меня такая это... Что у него не твоя не ребята? Что он это, гомосятина. Больно он такой лоский парень и, блядь, как-то везде у него... Ведется, да? Да. Прикрывается просто. Типа вот этим, блядь, как будто он с кем-то, а так, мне кажется, он это... Один. Да-да-да, в гаме вот эти, блядь, свои... Всякие. Ну, а у него попробуем. Нету случайно копейки еще в машине? Белая. У меня случай был с ним. Знаешь, какой? Еду я, вот смотри, площадь здесь Ленин. Я еду с работы, и вот эта машина, там знак стоит, уступи дорогу. Он пролетает, не уступает мне, а мне уже поворачивает, а он пролетает. И я такая, как давай сигналить, прям, вот так долго, прям, типа, ты чё, охренел, блин, дорогу мне не уступил. И я прям долго сигналю, еду, он остановился, прикинь. И я такая испугалась, думаю, что он остановился, и права-то я. И я такая подъезжаю, и мы так сравнялись, а он остановил машину и ждет, когда я подъеду. И он такой остановил, и я такая смотрю на него, он мне вот так вот делает. Ну, типа, простите, короче. Да-да-да. Ну вот эти. Чё? Гомосяцкие наклонности, блядь. Я такая, типа, ладно, махнула головой, дальше поехала. И а я не видел издали, думаю, блин, похож на вот этого Олега. Да, вот он. Думаю, ну у того вроде тачка крутая бывает, копейка белая. Да, нет, ну так она и есть. Копейка и Тойота черная, блядь. Ну нафига ему, такая разница большая в машинах. Ну денег девать, ну что одному, вот скажи, блядь, мне его. А он никогда раньше женат не был? Нет. Он скажет, что одному человеку, блядь, 45 лет. А как у него фамилия? Лазарев. Тут столько Лазарев. Валерка Лазарев. Это нет, они, это тот к нему никто. Ну как Санёк Ермаков. Помнишь, мы заходили, блядь, сидели у нотариуса, Олег этот, блядь, Лазарев заходил, этот, блядь, брат его. Вот нам надо разделить, типа, наследство. На троих. И тот брат его. Помнишь, он уже заходил. Да. А знаешь, вот если бы тебе баба бы ничего не сказала, ты бы отписал долю или испугался бы? Что, все-таки кидану я тебя там... Успокойтесь, нахуй. Мне вот интересно, доверие на 100% или все-таки нету доверия до конца? Кирилл, что ты, мать, блядь, ты пилась вот этого сока, что ли, не пойму, или картошки объелась, бежать. Нет, ты когда вышел, у меня первая мысль была, ты такой, меня в дом престарел даже. Я такая, ё-моё, не доверяет, 15 лет вместе прожили, не доверяет. У меня вот такая была мысль. Все-таки не доверяешь Павлу. Побаиваешься. Сколько время вообще?